Я вчера муки привез. 50 килограмм муки. Ну, там жучки какие-то такие. Да, жучки это херня. Сейчас жучками сам президент Путин, ему пекут хлеб с этими жучками, он кушает. Вся Государственная Дума вот с этими жучками. Сейчас муки у нас навалом. Они все с жучками жуют этот хлеб. И жуют еще как, на. И вот сейчас эту муку выбрасывают. Муку. Но это выбросили просто так. Один мешок выбросили. Мешок. Вы что думаете, выбросим, будут выбрасывать КАМАЗами мешками? Они лучше кого-то скормят. А что эти жучки? Они ничего не значат, эти жучки. Короче, сейчас сахар мешками валяется. Я уже не говорю, там что-то килограмм мешками все валяется. Сахар мешками, мука мешками все валяется. А кто-то мне скажет, да ну это не это. Вот сейчас вот эта камера, которая вот на меня светит, я сейчас могу, вот он придет ко мне, я ему вот так просто выставил, вот так, метров 10, да, крупы, и это, все, крупы разных сортов, рис, макароны, все. У меня все припасено. Все. Я уже а остальные еще отдаю. Думаю, да нахрен мне это столько? Я отдаю еще людям. Я говорю, да бери. Я, правда, их мешками даю. Я не даю там пакеты, мне мешками. Я говорю, бери, вон сахар, бери. Все нормально, сахар. Так еще отдашь. Я им просто за даром так отдаю. Они еще, знаете, что люди как заявляют? Ой, они же не хотят деньги отдать. Мол, хотя бы там дали бы там или на пузырек, ничего. А говорит, у тебя там песок был один, песок, ты представляешь. Вы представляете, вот какие люди, вообще такие люди злые. Мешок сахару отдаешь, да, мешок сахару отдаешь. Я снизу попробовал, со середины попробовал, сверху попробовал, сахар, чистый сахар. Он говорит, а там голимый песок был, это голимый песок был. И после, вот людям, ну что я могу... Вот я просто им не могу ничего не отдать. Вот даже рубль им отдашь, денежку отдашь. А говорит, это фальшивая деньга была. Хотя это он фальшивую деньгу, да, пропил, купил в магазин, а потом он мне заявляет, о, этот человек, а ты мне фальшивую деньгу дал. Так а что тогда человеку? Вот у нас вот войны, когда происходят войны, да, вот происходят между собой, вот сейчас дерутся, вот сейчас в Сирии дерутся. Путин направил войско. У нас сейчас беднеет чуть-чуть Россия за счет войн вот этих. Она беднеет еще как беднеет? Потому что туда очень большие ставки ставятся. О, очень большие. Ну, народ, что на этот народ смотрит? Ну, народ, ну, пока, ну, просто цены поднимаются на воду, на все коммунальные услуги. Ну, народ платит, ну, пускай платит. А кто-то жреет, да и ты пускай жреет. У нас, короче, все на кого-то все плюют, на.